under about people, the importance of people, how to value people. Итак, мы с вами разговаривали про людей, про важность, про ценность каждого в частности. Because they're, as a leader, they're your most valuable asset. Потому что если вы лидер, то самой важной ценностью для вас являются именно люди. Oh, by the way, I should tell you that last night two people got saved in холодная, очень холодная Балка. Да, кстати, хотел вам сказать, что вчера покаялось два человека в холодной, даже очень холодной Балке. The хозяйка. Хозяин. Хозяин of the house got saved. Хозяин дома, в котором проводилось служение, покаялся. Шакарабача. Yeah, that was awesome. Знаете, супер было просто, классно. The first thing when I walked in the home, because his wife is born again. Знаете, первое, что было, когда я зашел в этот дом, жена этого хозяина, она покаявшаяся. I walked in the home and I could smell some cigarette smoke. И когда я зашел в дом, то я почувствовал запах сигарет. And then I told Karen, I see a couple, two packs of butts on the fridge. И я сказал Карену, смотри, я там вижу окурки в холодильнике. And they say, well, yeah, the husband is not saved. И он мне объяснил, да, жена, она спасенная, а муж неверующий. I said, well, that's about to change. И я сказал, что ж, теперь все изменится. Amen. Аминь. Well, he not only got saved, but afterwards he came and said, I really want to be set free from cigarettes. И знаете, он не только покаялся, но второе его желание было после покаяния. Он пришел и сказал, помолитесь, я очень хочу получить свободу от сигарет. Amen. Аминь. Well, that's one thing a leader needs to have too. И это то, что необходимо каждому лидеру также. I always got to have that attitude that wherever I go, things are subject to change. Всегда нужно иметь и носить в себе такое отношение, что куда бы я ни пришел, там все будет меняться. Amen. Аминь. Because you're the container of the Spirit of God. Потому что вы являетесь носителем, или так конкретно сказать, контейнером с Духа Божьего. Let me give you a few things, what motivates people. Я хотел бы дать вам несколько пунктов того, что мотивирует людей, что является мотивацией для людей. First thing that motivates people. Первое, что мотивирует людей. They want to have lasting impact. They want their life to produce lasting impact. Мотивацией для человека является то, что он оставит после себя. Он хочет, чтобы его жизнь что-то после себя оставила. Какой-то длительный эффект был. In other words, they need to know that what they're doing has real value. Другими словами, человеку очень важно знать, что то, что он делает, действительно ценно. Well, last night we went out to Холодная Балка. Итак, вчера вечером мы поехали в Холодную Балку. Drove through town, drove through snow, on ice. Мы ехали через город, потом там было много снега, много льда. In the dark. И было темно. Stopped on a snowy street. Остановились где-то на заснеженной улице. And I expected to step out and walk right into a house. И знаете, что я ожидал? Я ожидал, что я сейчас вот выйду из машины и зайду прямо в дом. Oh, no. No. О, нет. Это было не так. We still had to walk and go down another hill, a people trail, then a dog trail, then a rabbit trail, and finally we got to a house. Знаете, что было? Мы вылезли из машины, мы увидели спуск вниз, такой заснеженный. Такая тоненькая тропинка, сначала протоптанная людьми, потом мы шли по тоненькой тропинке, протоптанной собачками, потом мы шли по тоненькой тропинке, протоптанной кроликами или кто там, зайцами. И, в общем, в конечном итоге мы дошли до этого дома. But when we got there, there was about, I don't know, 10-15 people. Но когда мы туда попали, там, слава Богу, было где-то 10-15 человек. Well, I want our team to know. Я хочу, чтобы наша команда знала. That what we did had value. Что то, что мы вчера делали, имеет ценность. Eternal value. Более того, ценность эта является вечной. There is people there that have been praying and seeking God for their own building. Там люди находятся, они молятся, они ищут Бога, они жаждут иметь свое место для собраний, свое здание. And we gave life, we encouraged, we exhorted, we prophesied, we prayed for the sick. И вчера у нас была такая возможность вдохновить их, сказать им слова жизни. Мы пророчествовали, мы молились за больных. And if you didn't go, but you at least prayed, you had a part. And God has given you a little bit of eternal impact. И если вы с нами не ездили вчера, но вы молились за вчерашнее служение, то вы также являетесь частью этого. И то, что вы вчера делали, имеет собой вечную ценность, представляет собой вечную ценность. So you gotta let people know what they're doing, what the impact it is. Итак, очень важно, чтобы вы давали людям знать о том, что то, что они делают, это важно, и что это действительно влияет.
Help people participate in the planning. Помогайте людям участвовать в планировании каких-то дел. Get your team together. Собирайте свои команды вместе. All right, tomorrow. О, хорошо, завтра. We're going to Жарка-Балка. Мы поедем в жаркую балку. And we got a plan. Так, давайте вместе планировать сейчас. Who's gonna go? When we're gonna go? How we're gonna go? Кто поедет? Как мы туда поедем? Что мы там будем делать? And then people become part of the planning that gives them value. И когда люди начинают быть участниками этого планирования, это дает им ощущение некой ценности, понимаете? And then it motivates them to do even more next time. И поэтому это подталкивает или по-другому сказать, мотивирует их сделать больше еще в следующий раз, выложиться еще больше. Make sure you recognize your people before others. Пожалуйста, обязательно людей хвалите перед другими, признавайте то, что они делают перед другими людьми. When they're recognized before others, it motivates them. Когда их хвалят, когда их одобряют перед другими людьми, это их также мотивирует. Karen, you did a good job last night. Карен, ты был вчера молодец просто. Thank you for being there. Спасибо за то, что ты там вчера был. Casting out those cigarette butts out of those guys. Молодец за то, что ты знал эти окурки из того парня. Amen. Аминь. You know, recognize people. Вы знаете, признавайте вообще людей. And then give them clear expectations. И также то, что вы ожидаете от них, вы, давайте им понять это четко. We could say, all right, in 2 days we're going to be going to a village that, man, it's tough. То есть им надо давать четкие понятия, задания. Например, вы собираетесь куда-то поехать в какое-то село, в какую-то деревню, и там будет сложно. Last team that went there got kicked out. Вы обсуждаете это со своей командой, и прошлая команда, которая ездила в это село, например, ее выгнали. I'm not sure what to expect, but let's just believe God for breakthrough. И вы говорите своей команде, я не знаю, что там нас ожидает, но давайте вместе согласимся и будем верить в прорыв. We're going to have to travel 300 kilometers. Допустим, нам надо проехать для этого 300 километров на поезде. Then we're gonna have to go by bus for another 100. Потом нам надо будет еще 100 километров поехать на автобусе. Then we're gonna have to walk 5 kilometers on foot. Потом нам надо будет 5 километров пройти пешком. There might only be 10 people there. И может быть, когда вы туда приедете, там будет всего 10 человек. But we gotta go. Но мы должны туда поехать. We don't go. Потому что если мы не поедем туда, nobody's going. То естественно, что никто туда больше не поедет. So they know it's gonna be tough. Clear expectations. То есть мы должны четко рисовать картину того, что предстоит. То есть чтобы люди понимали, что это будет не пикник, да, что это будет нелегко. Четкое понимание ситуации. I've had American teams come over here. Я как бы несколько раз привозил сюда американские команды. И слава богу, что такого рода команды ко мне уже не приезжали много лет. Well, at least three or four. Два. Три или четыре года. Я не знаю. But they'd come, and all of a sudden, next thing you know, they're complaining. I don't like the food. What's wrong with the food? There's no heat in the hotel. The toilets don't work. You know, I gave all this money to come here, and blah, blah, blah. И знаете, если честно, приехала такая одна команда, и буквально с первого же дня они начали жаловаться. Мне не нравится эта еда, мне не нравится этот туалет, мне не нравится эта туалетная бумага, мне не нравится воздух, мне не нравится ничего. Короче, ничего не нравилось вообще. That's why I tell them, shut up! Все, что я хотела вам сказать, это замолчите. Это культурно сказано. Yeah, no, я the blues. Мне не получается сказать это слово. Yes. Да? I'm over here trying to get people saved. Слушайте, мы сюда приехали для чего? Одна цель — это чтобы люди спасались. And they're worried about their tummy. А они там о своем животе. А у меня живот болит и все. You're too fat anyway. You need to lose 50 pounds. А насчет тебя есть ты так толстый. Давай худей. И тогда проблем с животом не будет, да? Here's what demotivates people. А вот что не мотивирует людей. Maybe these are some things you can try to avoid. Как раз попытайтесь такие вещи избежать. Do not criticize people in public. Не критикуйте людей перед другими людьми, то есть публично. Criticize them in private. Критикуйте их лично. Критикуйте их лично, критикуйте их за закрытыми дверьми. No, if there needs to be some hard correction, okay, do it in private. Don't do it in public. Но на самом деле, если необходимо человека серьезно исправить, не делайте это перед людьми, сделайте это лично где-то в другом месте. Remember this point.
Запомните, пожалуйста, следующий пункт. It takes 9 positive comments to equal 1 negative. Для того, чтобы загладить или сравняться с одним негативным высказыванием в сторону человека, потом необходимо сказать 9 положительных каких-то моментов ему, понимаете, 9 комплиментов ему сделать. Man, I know some pastors, they're more mean than Stalin. Вы знаете, я знаю некоторых пастырей, которые более, имеют больше в себе злобы, чем Сталин имел. You ever had somebody come to you and say something that just like it just deflates you, just like this, it's like... А было такое, что к вам кто-то подходит, какой-то человек, он скажет буквально пару слов, и все. И он вас просто, вы знаете, плоский становитесь, вам ничего не хочется, вы выдыхаете. It takes a lot of positive words to get back up to where you were. И для того, чтобы потом обратно вернуться в то положение, в котором вы были до этого, надо очень много положительных слов услышать в свой адрес. Don't manipulate people. Не манипулируйте людьми. Boy, there's a lot of that goes on. Этого очень много, к сожалению, происходит. It tears down trust. И это убирает из людей надежду, доверие. And I know a lot of people in leadership that have that style. Я знаю очень много, к сожалению, лидеров, которые именно этим стилем руководят. You wanna build people, build them through genuine praise. Если ты хочешь созидать людей, если ты хочешь, чтобы они росли, ты делай это через комплименты, через похвалу. Not manipulation. Искреннюю, а не через манипуляцию. Here's another one. Вот еще. Do not be insensitive. Не будьте бесчувственными, нечувствительными. Try to make people a priority. Пусть для вас будут люди всегда приоритет. I remember when I first started here, I was part of an organization, and we'd have these committee meetings. Знаете, мы когда только переехали в бывший Советский Союз, и мы были частью некой организации, и они так собирались на некие такие свои внутренние собрания. And there was one guy there. И там был один человек. Who was the He was the leader of the office of a certain organization. Он был лидером или, так скажем, главным в офисе в этой организации. His first name Steve. His last name sounds like. Его зовут Стив. Фамилию не будем говорить. And he'd always have his laptop up. И каждый раз на таких собраниях он открывал свой ноутбук. And he'd just be. И он там просто что-то делал. People thought, wow, look at all the notes he's taking. Люди думали, вау, посмотрите, он во время собрания столько записей делает, столько всего. During the meeting, во время служения, and then I found out about 2 months later, you know what he was doing? Но месяца два спустя они узнали, что он на самом деле делал. Знаете, что Playing он делал? Playing games. Он играл во время собрания в игры. He was a leader. А он был лидером. And everybody thought, wow, he just really а serious. Все же думали, вау, ну такой серьезный, ну вообще. And he'd look up and go, well, yeah, good point, good он point. иногда, так знаете, посматривал, выглядывал в свой ноутбук и говорил, хорошая мысль, и дальше пошел играть. Guess how my attitude changed after I found that out. Угадайте, как мое отношение к нему изменилось после того, как я это узнал. Here's how much my attitude changed. Вот насколько изменилось мое отношение. I did not go to one more meeting. Больше я не пошел ни на одно такое собрание. If that's how much he valued my opinion. Если он таким образом оценивал мое мнение, why should I waste my time? То зачем я буду тратить свое время на это? So don't be insensitive. Поэтому не будьте нечувствительными, не будьте бесчувственными. Here's another one. Do not discourage personal growth. И также есть еще один момент. Не разочаровывайте человека в личном росте. Give them opportunity. Давайте ему возможность для продвижения. Будь здоров. Sorry about that. That's one way I one thing I do, it's how I get demons. When demons try to get in, I just Извините, это просто у меня срабатывает защита против бесов. Если он где-то рядом подходит, то я его изгоняю. So encourage your staff, your people, your team. Итак, друзья, вдохновляйте своих людей, вдохновляйте сотрудников, вдохновляйте свою команду. To be in the word, to be in prayer, to постоянно be in study. Быть в молитве, быть в слове, изучать что-то постоянно. Don't discourage them. Не разочаровывайте их, наоборот, в этом. Successful people. Успешные люди. Develop the right questions to ask. Успешные люди умеют правильно задавать вопросы. Они правильно составляют вопросы.
And if you're going to be successful, если ты собираешься быть успешным, you're going to have to be a person that can ask questions. То ты должен стать человеком, задающим много вопросов. The right question. Но вопросы должны быть правильные. To get the right responses, the right answers. Для чего? Для того, чтобы тебе дали правильный ответ, который тебе нужен. You see, because you're building to build a dream team. То есть ты должен, что ты хочешь создать из своей команды? Команду мечты, правильно? A team that if something happened to you, they could just keep going. Такую команду, которая вне зависимости от того, что с тобой происходит, даже если что-то случилось, все равно будет продолжать нести эту мечту. What would happen today if this Bible school stopped? Вот что бы случилось сегодня, если бы эта школа вдруг остановилась? Would you keep going? Вы бы продолжали идти вперед? There needs to be something inside of you. То есть что-то должно быть внутри вас. More than information. Больше, чем просто наличие информации. What we talked about yesterday. Это то, о чем мы вчера с вами общались. There's got to be something in here. Должно быть что-то внутри здесь. That's living, that's vibrant, that won't stop. Это то, что будет жить. Это то, что будет постоянно функционировать. Это то, что никогда не остановится. Now, we're talking about people. Итак, мы с вами говорим насчет людей. And as somebody said the other day, when you're dealing with people, you always have problems. И как мы уже говорили раньше, что когда ты работаешь с людьми, значит, ты постоянно будешь встречаться с проблемами. As a matter of fact, it was that girl. Более того, это вот кто-то из вас, да, сказал? The one that's hiding right there. Yes. Да. Которая пытается спрятаться. Well, it's true. Но на самом деле это так. So therefore you have to confront people. Поэтому очень важно в работе с людьми уметь их правильно обличать. Here's the Ten Commandments of confrontation. Вот 10 заповедей обличения. Number one. Первое. Do it privately. Во-первых, сделайте это приватно, сделайте это лично. Don't do it in front of other people. Не делайте это перед другими людьми. See, it'll cause other people to hear something they never should have heard, and it won't stop there. Pretty soon, the whole church and then the whole city is going to find out. Просто если о чем-то обличать человека перед другими людьми, то другие услышат то, что им прежде всего не надо было слышать. Более того, на них это не остановится. Это распространится сначала там на команду, потом на церковь, а потом на город и. Number two. Второе. Do it as soon as possible. Как можно быстрее постарайтесь поговорить с человеком. Now the temptation is to, well, maybe it'll get better. Знаете, есть у нас некое такое искушение подождать. Может быть, что-то изменится и станет лучше само по себе. But it never does. Но обычно так не происходит. Do it as soon as possible. Поэтому сделайте это как можно быстрее. Номер три. Three is deal with one issue at a time. Значит, третий пункт очень важный. Разбирайтесь с каждой проблемой. Каждую проблему выделяйте отдельно. Разбирайтесь с ней по отдельности, с каждой проблемой по отдельности. In other words, there may be many, but try to just deal with that one issue. То есть, возможно, вопросов много, которые надо обсудить с человеком, но выделяйте что-то по одному. Понимаете? I have only met one person in 28 years that could be corrected with one, more than one issue at a time. Я в своей жизни встречал только одного человека за свои 28 лет в христианстве, который смог воспринять обличение в больше, чем одном вопросе вот в один момент. There was 11 points I had to deal with. Значит, я ему высказал 11 пунктов. This guy worked for Natasha at the time. Этот товарищ работал тогда с Наташей. In Армянск. В Армянске. And he was just doing all kinds of crazy stuff. И в общем был такой момент, когда он просто делал такие не очень приемлемые вещи разные. His heart was genuine. Но сердце у него было очень искреннее, доброе. He read the Bible, pray without ceasing. Он, например, прочитал в Библии: молитесь неустанно, да, не уставайте, молитесь и молитесь. So he'd be out on the street walking. И он ходил по улицам Армянска и молился. But it wasn't shotgun. Но это даже не было так, шакара баса. Шака! Рапака! Рапака! Шака! Он ходил по нашему маленькому армянскому и орал: шака рапака са! People were calling the office. Who is this crazy man that goes to your church? И люди звонили пастору и говорят: что этот ненормальный, который ходит по улицам города? He read about how Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Он прочитал про Смита Вигглсворта. How he wouldn't go more than 15 minutes without reading the Bible.
как он не проводил 15 минут без чтения Библии. And so he thought, well, I want to do that. И он сказал, о, я тоже хочу так делать. So he's working for us and he's putting labels on cassette tape. И вот он на тот момент, когда он работал с нами, он, его задача была клеить наклейки на кассеты сочинений. And he's reading the word. И вот он клеит и читает слово. And people were coming back in. What are you doing? The labels are on upside down. They're on sideways. Когда мы разобрали эти кассеты, очень часто к нам приходили люди и говорили: слушайте, почему у вас так криво наклеены? А почему они косо, криво, как-то вообще непонятно, как наклеены эти наклейки? I mean, the list went on and on. Ну, скажем так, список этот был очень длинным. And finally, Natasha said, "Pete, he's driving me crazy." И в конечном итоге Наташа сказала: он сводит меня с ума. Okay. Хорошо, я с ним поговорю. So, instead of doing it one at a time, I did 11. I just figured I'm going to do it all now. Ну уж так получилось, что вместо того, чтобы, ну как бы, один пункт брать и сначала насчет него с ним общаться, я ему выложил все и сразу. So I went down, I sat with him. И я, в общем, сел с ним вместе. And I was hurting more than him. И если честно, когда я все ему это рассказывал, мне было больнее, чем ему. I kept thinking, okay, by the time I'm done, he's looking for a rope and a razor blade. Я так подумал, что к тому времени, когда я закончу оглашать весь этот список, он, наверное, пойдет найдет веревку или там или лезвие или. I got done. He looks at me. Я закончил оглашать весь список. Он посмотрел на меня. He said thank you. И сказал спасибо. No one ever told me. Никто никогда мне об этом раньше не рассказывал. Well, some of the stuff, but. Ну, некоторые из этих моментов. But there were some things that no one ever told me. Ну, знаете, некоторые ему говорилось, но некоторые вещи он услышал первый раз вообще по поводу себя. Because I even had to tell him, you know, you need to brush your teeth and floss and use deodorant and. Просто среди там моментов рабочих у нас был такой момент, что надо было ему объяснить, что нужно пользоваться дезодорантом, хоть периодически чистить зубы, там, ну и так далее. No, never told me. Ну, в принципе, его вот не воспитали так. Said, thank you. Но после этого он сказал спасибо. And I was just going, that guy has a right. И я подумал, вау, слушайте, у него такое правильное отношение. He's still in ministry after all these years. И спустя все эти годы он продолжает служить Богу. Got the right attitude. И у него правильное отношение. Number four. Но не все такие, друзья. Once you made your point, don't repeat it. Когда вы что-то сказали, это четвертое. Когда вы что-то сказали, то есть свою мысль сделали, высказали, не повторяйте ее. If he's committed to change, you don't repeat it. Если человек настроен серьезно, настроен меняться, то не надо ему 40 раз об одном и том же говорить. Пятый пункт. Deal with only actions that a person can actually change. Попытайтесь обратить внимание человека на те его действия и поступки, которые подвластны переменам, которые он может реально изменить сам. In other words, you know, look up and say, brother, you gotta. Your nose is so crooked, you gotta do something about it. То есть не надо подходить к брату и говорить, слушай, брат, у тебя такой кривой нос, ну делай ты что-нибудь по этому поводу. He can't do anything about it. Ну, понятно же, что он ничего, наверное, не сможет сделать, да? Разве что у него где-то 20 тысяч долларов не завалялось на операцию, да? Number six. Шестое. Avoid sarcasm. Избегайте сарказма. Just deal with the issue. Просто, ну, как бы конкретно поговорите об одной проблеме. Here's a good one, number seven. Седьмое, очень важно. Try to avoid words like always and never. Попытайтесь избегать в своем разговоре с человеком таких слов, как всегда и никогда. Even if it's true. Даже если по отношению к этому человеку это правда. You always do it wrong. Например, ты всегда делаешь это неправильно. You've never done anything right. Или у тебя никогда ничего хорошего не получалось. If something doesn't change, you will never, you know, just try to avoid those words. Или там, если что-то не изменится, ты никогда. И вот этих слов, пожалуйста, избегайте. Постарайтесь максимально их избегать. Number eight. Восьмое. You've told them all the negative. То есть, когда ты расскажешь ему все, ну, негативное, то есть о проблеме, об этих вопросах, number которые eight, надо обсуждать, то восьмое теперь. Make suggestions for positive change. Внеси предложение, помоги ему увидеть, как он может измениться к лучшему. You gotta give him a way out.
То есть необходимо человеку не только показать ту эту самую проблему, да, но дать ему выход, хоть какой-то показать ему выход из этого. Don't just leave him in a situation where, what do I do now? Не просто оставляй его, знаешь, с его проблемой, ты ему все высказал, а что ему делать сейчас, после этого? Give him a game plan. То есть дай ему некий план выхода. Number nine. Девятое. Now here's one you gotta remember. Вот этот обязательно запомните. This is important, and most people get it wrong. Это очень важно, и большинство людей, они почему-то не улавливают этот момент. They deal with the situation. Они разбираются с ситуацией. They gave them positive suggestions. Дают какие-то положительные свои предположения, там, что вы можете сделать. Then they say this. А потом они говорят следующее. I'm really sorry I had to have this meeting. Слушай, я так сожалею, что мне надо было с тобой встретиться и говорить на эту тему. Don't say that. Никогда этого не говорите. Because, well, why shouldn't you say that? На самом деле, а зачем вам такое говорить? Why? Зачем? Почему это не надо говорить? So you don't offend? Because it's a but. Потому что это, знаете, как но. То есть я тебе сказал но. Once again, your butt gets in the way. Опять ваше но встает у вас на пути. Ну да. In other words, what you're saying when you say, I'm sorry I had to have this meeting, you just said, everything I just said, forget about it. То есть, получается, что если вы все это наговорили, дали ему что-то там, такие, какие-то советы и так далее, а потом говорите, ну так же сожалею о том, что мне пришлось с тобой говорить на эту тему, ты этим говоришь, но, то есть все, что я сказал до этого, на самом деле, я отменяю, и все это не важно. I'm sorry I had to have this meeting. Как я сожалею о том, что я провел эту встречу с тобой. You just said, it's my fault. То есть этим ты сказал, а, это моя вина, то есть вообще, я it виноват wasn't в этом. That bad. На самом деле все было не так плохо, а вот я виноват. Don't apologize. Не надо оправдывать себя за это. Number 10. Десятое. Don't forget compliments. Не забывайте про комплименты. Try to come up with something positive. То есть, скажите человеку, ну придумайте, ну хоть что-то положительное, скажите ему. Brother, брат, I know you're gonna overcome. Я знаю, что у тебя все получится. I know you're gonna get victory over. Я знаю, что ты победишь. 'Cause I see potential. Потому что я вижу большой потенциал внутри тебя. Even if it's just that. Даже если ты скажешь только эти слова. End with a compliment. То закончи свою встречу с ним на этом комплименте, на этом положительном чем-то. Amen. Аминь. Now write this phrase down. Итак, запишите следующую фразу, пожалуйста. Encourage many, but mentor few. Вдохновляйте многих, но учите, наставляйте близко немногих, некоторых. Jesus had many followers. Вы знаете, что у Иисуса было очень много последователей. But he only really mentored a few. Но рядом с ним находились, в которых он по-настоящему вкладывал, которых он по-настоящему учил, буквально несколько человек. You cannot mentor 100 people. Ты не сможешь вложить себя очень сильно в 100 человек сразу. Just like this class. I cannot mentor everybody. Вот как, например, этот класс. Да, в данный момент я не смогу себя полностью вложить вот во всех абсолютно. But I can mentor 3. Но троих из вас я могу по-серьезному наставлять. And if you can truly mentor 3. И если вы действительно сможете научить троих, here's how you multiply. То вот как вы будете умножаться дальше. They do 3, and they do 3, and they do 3. Я троих, они каждый троих, и те трое еще по трое, и так далее. Did you hear what I said? Вы слышали, что я сказал? That's how pastors burn themselves up. Вот таким образом очень многие пастыря сгорают, можно сказать, cannot mentor everybody. На служении. Почему? Потому что невозможно всех наставить близко лично. Jesus gave us a pattern. Иисус показал нам пример. Peter, Петр, Иоанн и Яков. They were his 3 closest. Это были его 3 ближайших. When he went into the secret place, you. Помните, когда он удалялся в тайное место, он кого брал с собой? Ты. He traveled with the 12. Он ездил, путешествовал, скажем так, с 12. Encouraged, built, established the 12. Он вдохновлял их, он тоже их обучал, он их обосновывал как служителей. But there were 3 he brought closer.
Тем не менее, из этих 12 было трое самых близких. You as a leader, вы как лидер you have to have those three. Должны также выделить этих троих. And here's something else about those three. И вот еще что-то, что есть в этих трех. You as a leader, вы как лидер cannot be someone who spills your guts to everybody. Не должны быть тем человеком, который откровенничает до полного открытия, да, со всеми. Вы не можете так делать. If you're married, если вы женаты, you have your spouse. У вас есть для этого жена. You should be able to tell your innermost secrets, pains. Ей или ему вы можете рассказать свои самые тайные, глубокие desires, боли, желания, passion. Какую-то свою страсть. Now, someone in ministry, но кто-то в служении, you need your three. Тебе вот нужны твои трое. Sometimes there's only one. Иногда у тебя есть только один из них. It's because the others won't understand. И с которым ты можешь реально открыться и поделиться, потому что другие могут это не понять, не воспринять. You hear what I'm saying? Вы понимаете, что я говорю? There's few you can really trust. На самом деле есть очень маленькое количество людей, которым ты можешь по-настоящему открыться и довериться. Especially nowadays. Особенно в наше время. You say something to somebody, and tomorrow it's on Facebook. Знаете, бывает такое, что что-то кому-то скажешь, а завтра это уже на Одноклассниках или на Facebook или еще где-нибудь. Right? Да? You say one phrase. Ты можешь сказать одну мысль, одну фразу. Next day it's on YouTube, the whole world knows. И следующий момент это завтра это уже на YouTube и весь мир знает. So you're encouraging many, but mentoring few. Итак, вы должны вдохновлять многих, но наставлять близко буквально нескольких. And in that, here's what you gotta do with your team. И вот что вы должны делать со своей командой. Because we're talking about team. Потому что мы все-таки с вами разговариваем о командах. Building a team, building a church, building a ministry. Созидая команду, созидая церковь, созидая служение. Give them ownership. Давайте им ту часть, за которую они будут ответственны, то, что будет принадлежать им. You got to bring them to the point where it's not my church. Знаете, вам нужно довести людей до такого понимания, что это не моя лишь церковь. There came a point in our ministry where I took my name off everything. Знаете, был такой момент в служении, когда я просто снял свое имя со всего, что мы делали. I wanted to give ownership. Я хотел передать как бы ответственность или чувство собственности на служение, что это не просто служение Питера Мелла. It's Russian harvest or Ukrainian harvest. Но это украинская жатва, русская жатва, украинская жатва. And I gave ownership. И я передал это в собственность другим людям. See what I'm saying? They're part of this team. То есть, понимаете, что я имею в виду? Чтобы они себя почувствовали реально частью этой команды, этого служения. You're doing the camera work, you're driving vans. То есть, если ты там снимаешь камерами, или ты водишь автомобили, автобусы, you're part of the whole thing. То ты не просто делаешь свою часть, ты делаешь часть большого дела. Make people feel they're part of something bigger than themselves. Это дает людям ощущение того, что они делают, они являются частью чего-то, что гораздо больше их. Write this down. Запишите следующее. Give people every chance for success. Дайте людям шанс на успех, возможность быть успешными. Here's what you gotta give them. Итак, вот что вам нужно дать людям. Give them a great atmosphere to work in. Знаете, создайте атмосферу, очень классную, такую отличную атмосферу для работы. I like to walk in my office when there's activity. Я так люблю заходить в офис к нам, когда у нас все там активно движется. I like to see, you know, someone, you know, doing the, keep forgetting the English, Zochnaya Shkola, correspondence school. Я очень люблю, когда я захожу в офис, и там работа кипит, заочно библейской школой, например, за этим столом, там тюремное служение за этим столом, doing the video at this desk. Видео там монтируется за другим creating that, столом, creating newspaper at another desk. Там газета редактируется, создается за третьим столом. Open up Natasha's office, there she is doing the finances. Открываю офис Наташи, она там сидит вся в бумажках, в чеках, в финансах, dollar signs floating in the air.
Ну, и там одни только доллары и знаки везде. Open up Vogel's office, he's in there just looking at his laptop. Открываю офис Вовы, и он там сидит, смотрит в свой ноутбук. And his brain is just working. И у него так мозги работают. Thinking about church planning. Думаю о церквях, о том, как открывать церкви. I can just feel it. Open up the door, and it's kind of like, wow! Я открываю двери, просто чувствую, из-за этого волна такая, вау, церкви пошли. It's like spiritual words going past my brain. Как духовные слова начинают такие, знаете, церковь, евангелизация, открытие, спасение, исцеление. I go in another room, somebody's working on the building, or the bolted keys in the back, repairing the machine, their equipment. Иду в другую комнату, там кто-то что-то чинит на молитвенном доме, там кто-то что-то подкручивает аппаратуру, что-то делает. It's an atmosphere. Это некая такая атмосфера, в которую ты вступаешь. Planning the next crusades, people becoming part. Планируем следующие евангелизации, люди участвуют в этом планировании. Amen. Аминь. Here's what people need to think. Итак, вот что люди должны думать. That their problems are the biggest. I mean, not that they have problems, but you know what I mean. They got a problem. They need to think, or they think that. No, it's just like Peter. I got this problem. Really? What? Sit down. Let's talk about it. But, okay. Мы должны создать такую атмосферу, когда человек приходит со своей проблемой к нам, что нас все больше ничего не волнует. Мы должны уделить ему время. Что их проблема сейчас для нас важна. Понимаете? То есть, как бы, если он к нам приходит. They need to think that their children are the smartest. Они должны думать, что их дети, ну, для нас, по крайней мере, самые умные. They need to think that their jokes are the funniest. Они должны думать, что если они пошутили, у них самые смешные шутки. I always have Ukrainians or Russians say, hey, I got a joke. Знаете, я обычно, ну, какой-то украинец или русский ко мне подходит и говорит, слушай, у меня есть шутка. I think in 18 years I've only laughed at one Russian joke. Если честно, за 18 лет таких шуток я, наверное, посмеялся хорошенько только над одной из них. It's like it must be in the translation because it just seems it goes over my head. Я не знаю, то ли с переводом, то ли еще с чем-то, но такое впечатление, что все эти как-то они не достают до меня, эти шутки мимо пролетают как-то. Whatever you do for the Lord, do with all your might. Итак, все, что не делаете для Господа, вернее, все, что не делаете, делайте как для Господа. Всей своей силой.